Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. 8 мая Татьяна Навка поделилась роликом, на котором она с младшей дочкой Надей посетили зоопарк. Надя, улыбайся. Then release. That's the reward. As the little release, you release. Open, open. And that is the reward. Татьяна Навка уже длительное время счастлива в браке с Дмитрием Песковым. У пары подрастает дочка Надежда. Девочка пошла по маминым стопам и занимается фигурным катанием. Более того, она изучает несколько языков, занимается балетом и музыкой. Поклонники Татьяны отметили, что Надя подросла. Многие одарили дочку Навки комплиментами. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.